Здравствуйте, дорогие друзья. Я Анатолий Семенов. И, как всегда, в это время в эфире программы «Город С». Не так-то много на Земле людей, о которых можем сказать легендой. Что в театральном мире, что в музыкальном мире. Так вот, а сегодня я могу похвастаться. У нас сегодня в эфире человек-легенда, джазовая легенда. Так, дамы и господа, у нас в гостях сегодня народный артист России Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. У нас с вами были разные встречи в жизни, и, наконец-то, вы у меня в эфире. Наконец-то! С чем я себя и поздравляю. Вы, насколько я знаю, у вас очень коротенький визит в Самару, связанный с мастер-классом. Причем эти мастер-классы настолько знамениты, я видел в интернете разные города России, и у вас полный зал всегда гитаристов местных. Вот что для вас проведение мастер-классов? Прежде всего, это откровение в моем понимании гитары. Как она должна быть на сцене, что она должна делать, какова ее роль. И все это исходит только из моей практики фактически сначала, а потом уже с прибавлением каких-то зарубежных опытов и так далее, и так далее, игры на гитаре. И поскольку так уже случилось, папа был тоже гитарист, и все это вместе вот передалось ко мне, то, что он мне отдал, и потом, конечно, я, услышав игру одного гитариста в составе трио, понял, что это очень мне близко. Вот. Я говорю, конечно, об Оскар Питерсон трио, где на гитаре играет Херб Эллис и Рэй Браун на контрабасе. Uh-huh. Вот. И когда я услышал эту гитару, мне показалось, что она очень близка мне, потому что она была в трех сегментах, если так можно сказать. Она и компонирующая, и солирующая, и еще перкуссивная. То есть она играет как бы роль барабанов, барабанщика, которого в трио в этом, естественно, нету. Вот. И я задался этой целью сделать вот на гитаре что-то вот подобное. Вот это в основу, так сказать, и лежит мастер-класса. То, что молодые люди не совсем понимают, во-первых, как это, но это ладно, это все объясняется. Вот. А зачем, спрашивают это сегодня, когда эта гитара такая, ну, она не особо нужна, и много всяких есть других способов игры, там, включая разные педали, как я говорю. Я их очень уважаю всех и никого не обижаю. Но, тем не менее, что можно руками сделать? Это было мне всегда интересно. Вот, все, что возможно было, папа мне показал тогда. Но я пошел дальше и стал искать себе подобных. Вот, что они сделали уже и как я могу к этому подойти. Вот это мастер-класс в основном этим и занимается. Я приглашаю молодых людей. Сначала играю для них. Потом привлекают к себе к музицированию. Да. Они выходят на сцену вместе. Маленькая такой небольшая аудитория. Вот. Но все очень тепло, очень по-домашнему, свободно. И начинают показывать, что они могут. Если я вижу, что совсем слабовато как-то, я иду навстречу, сажусь рядом. Мы начинаем вместе играть. Вот. Что-то начинает получаться. Кто-то говорит, ой, трудно. Трудно. Я говорю, ну, конечно, надо. Потом не приходят. Есть такие, ну, тяжело, трудно. А кто-то приходит через неделю, через месяц. Uh-huh. По-разному бывает, да? Но, тем не менее, они не говорят, что это, там, ну, плохо не скажешь. А, в смысле, вот пригодность. Самый важный вопрос. Где это? Зачем я это буду, ну, как бы, учить? Столько времени тратить, когда вот некуда это применить. Алексей Алексеевич, у меня предложение. Сейчас покажем, да, как это происходило буквально там пару лет в городе Воронеж. И угу. Потом как бы поясним, это будет уже людям понятнее, потому что мы пока вот теоретически все объясняем. Итак, смотрим, как происходят мастер-классы у маэстро Кузнецова. Смотрим. Thank you.
Вот примерно так проходят знаменитые мастер-классы Алексея Кузнецова. Я вот показываю сейчас афишу, здесь на столе оказалась у нас афиша, а вы, Алексей Алексеевич, поясняете. Я так понимаю, что вы в Самару прибыли вот из города Брянск, да? Да, город Брянск. Ага. Да, что вот это было там? Такой был мини-фестиваль после долгого перерыва, и участвовал большой оркестр города Брянска, такой очень большой, эстрадно-симфонический, если можно сказать. Угу. Вот. А второе отделение было отдано ансамблю, который я называю «Гитарные формы», который включает в себе иногда три гитары. В данном случае было две гитары, контрабас и ударный квартет. На второй гитаре был Максим Шибин. А вот некоторые у нас в стране даже не знают, что вы участвовали в создании музыкальной дорожки, как сейчас это принято говорить, ко многим нашим советским фильмам легендарным. Вот какие фильмы, о каких фильмах можно было сказать особо, пару слов? Ну, я могу только сказать, что это была моя работа. Это, так сказать, не хобби. Как не хобби. Ну, да. Да, это была работа, это время, когда я работал в Государственном оркестре кинематографии. Вот, и там композиторы пишут музыку для кино. Мы ее озвучиваем. Ну, это наиболее интересный кино для вас работа. Вот я вспоминаю, был такой центральный фильм, он сейчас идет, все с удовольствием смотрят, это, конечно, «17 мгновений весны», вот, где роль гитары, она в основном как бы так в титрах каждый раз перед серией, и там проходит тема, и это все было сделано, как это говорится, как работа. Вот, но я понял сразу, что это что-то такое довольно изысканное. И действительно, доверив мне вот эту вот партию, это настроение, если, Михаил Леонидович Тервердиев вызвал меня домой и показал эти партии. Ну, говорит, Леша, я тебе доверяю. Тебе я доверяю. Да, тебе я доверяю. Вот. И вот это вышло все. Это «17 дней весны». Также «Жестокий романс». Там музыка Андрея Петрова. Вот, там много гитары. И там поет замечательная. Это за кадром, естественно, пение. Вот, Валентина Пономарева, по-моему, я не ошибаюсь, это так было. Вот, и, не знаю, там, «Мимино», «Гардемарины», «Вперед». Вы знаете... Сейчас не упомнишь, наверное, не все, упомнишь, да, все, да. И часто ведь не обязательно играть сольную партию. Говорит, не, вот это ты играешь, ты аккомпанируешь. Мы тебя знаем, как ты аккомпанируешь. Я говорю, ничего, соло не играю. Не-не-не, все понятно, все знаешь. Здорово, там, все четко. Все мы знаем, да? Все мы знаем, все мы знаем. Вот это важно. И вот эта вот, как бы, киноработа, она вот тоже оставила след. Свой след вашей истории, да. Давайте сейчас посмотрим фрагмент такой вариации на тему «У нас лето уже на дворе», и вот вариацию на летнюю тему. Конечно, в кадре все вы узнаете Алексея Кузнецова. Смотрим, слушаем, наслаждаемся.
это совершенно великолепно. Вас очень благодарю за эту композицию, за эти вариации. Я сейчас покажу на камеру диск уникальный в моей большой коллекции. Он занимает такую очень почетную роль, почетное место, вернее. Это «Голубой коралл», ваша дебютная пластинка. Сзади написано «С уважением и добрыми пожеланиями». И пожелание исполнилось. Вы у меня в гостях, вы у меня в эфире. Я очень рад. Спасибо вам огромное за эту работу. С этой работы у меня началось знакомство с вашим творчеством. Оно продолжилось и далее. Это показывает уже 10 лет назад всего лишь. Я уже не такой мальчишка, как во время «Голубого коралла». И вот здесь мы с вами... Это, по-моему, у нас филармония наша государственная во время после вашего концерта. У вас всегда полно каких-то интересных проектов, великолепных. И вот сейчас до меня дошло какой-то новый проект, называется «Light». Вот что это за проект? Пару слов об этом. «Light Jazz» — такой проект немножко... как сказать, для меня тоже неожиданный. Uh-huh. Вот, но звонок моего хорошего знакомого музыканта Евгения Нищенко, преподавателя в Академии в Москве, преподавателя контрабаса, он мне позвонил, просто сказал: «Леш, тут мы вот хотим сделать такой документ музыкальный, и, может быть, он нам поможет в работе дальше, потому что работы не так много, но хочется сделать. Но партию гитары... кроме тебя, вот сыграть ту музыку, mm-hmm. которую, значит, никто не сможет, ты ближе к ней, по всему и так далее. Прими, пожалуйста, участие». Я согласился без всякого, потому что знаю музыкантов. Вот, и все это... в общем, мы встретились, порепетировали, что называется, и сыграли. Там помимо ритм-секции, так называемой, которая есть, Евгений Онищенко — контрабас, Андрей Никонов на барабанах, Александр Мартиросов на аккордеоне, я на гитаре. Без рояля, рояля нет. Вот такая ритм-секция. И плюс три солиста-духовика. Игорь Тертычный на кларнете, Владимир Галактионов на трубе и Максим Пеганов на тромбоне. Вот там включают репертуар и советские песни, mm-hmm. обработки их инструментально чисто, и такие популярные джазовые темы. Вот это все вместе название имеет. Название «Light» — это от легкий, да? Легкий ага. джаз, да. Там есть импровизации, ну, как бы вот... Чтобы не загружать людей. Люди наслаждались. Получился, да? Вот этот вот маленький такой диск, который мы сделали для работы, просто-напросто. Mm-hmm. Но дальше... И после этого... Дальше больше. После этого звонок, значит... Звонок другу, да. Вот тут заинтересовался, так сказать, нашим ансамблем замечательный певец, очень популярный, мы его все знаем, Валерий Сюткин. Валерий Сюткин. Вот я его знаю, слышу часто, и у него есть интересные программы, все это есть. Но вот эта программа немножечко другая. Она, так сказать, к советской песне, и я немножко принял участие в том, что как бы отджазировать ее, uh-huh. сделать песни немножко близкие к нашему джазу. Вот эти песни мы сделали, и получился еще один альбом. Я очень благодарен. Валерий прекрасно исполняет. Все задушевно. Все именно так, как это было тогда. Вот что главное. Это дух. Сохранение духа. Абсолютно. Поэтому я с большим удовольствием, так сказать, констатирую, что это произошло. Я вас поздравляю с этим. Я надеюсь быть счастливым обладателем этих постепенно, дисков. Да, постепенно, да. Между прочим, диск большой выйдет. Пластинка, так называемая. Даже пластинка. Ага, ну здорово. А давайте сейчас, чтобы опять же людям дать такое вот удовольствие, подарить такое удовольствие послушать вашу музыку, следующий номер, фрагмент номера послушаем, посмотрим. Да, конечно. Возвращаем в студию. Смотрим. Thank you.
этот фрагмент композиции, знаменитый, легендарный «Голубой коралл», с которой у меня, например, началось знакомство с творчеством этого великого музыканта. Диск я уже показывал вам чуть раньше. А сейчас показываю подарок десятилетней давности. Это продолжение как бы «Голубого коралла», но уже в наше время. Показываю этот диск. Да, показываю. Значит, вот он крупным планом. И, значит, какое посвящение внутри? Анатолию. «С надеждами на будущее». А, Кузнецов, ну и дата. Так что вот, и надежды ваши тоже сбылись. Мы с вами здесь в студии. Мы встретились. Мы встретились, будущее наше. Прекрасная музыка, прекрасный. Я вам не могу не ответить взаимностью, тем более я покажу еще один подарок ваш. Это журналы, в которых я активно пишу, в том числе и о музыке. Я надеюсь, мне будет такая честь оказана в этом году, и Алексей Алексеевич тоже будет посвящена... Статья спасибо, здесь, пожалуйста, огромное, вы читайте, анализируйте, культура, не ошиблись ли вы со мной. В журнале. Так что я думаю, до конца года у нас выйдет. И сейчас покажу сразу, чтобы свежее поступление в мою коллекцию, огромную, пока еще не подписано, только перед эфиром подарил Алексей Алексеевич мне альбом. Причем действительно это, я показываю сейчас на камеру, это уже действительно это редкость большая, потому что он вышел довольно давно. Это проект «Джаз-аккорд». «Джаз-аккорд» — ансамбль, с которым вы работаете, по-моему, до сих пор, да? Это лет 20 уже этому коллективу, да, по-моему, этому, да? коллективу. Но он видоизменялся в свое время, потому что люди просто некоторые уходили, некоторых не стало, к сожалению. Вот. И он как бы перешел от «Джаз-аккорда» в очень такое приятное, мне кажется, название «Седой джаз». И вот это еще один формат, еще который один я, формат, так сказать, да, у вас форматов много. Как-то придумал, и постепенно седой джаз пополняется или, наоборот, уменьшается. Ну, ничего не сделать. Нет, ничего вечного, но это хорошо, потому что это дает возможность людям вот, ну, как бы нашего возраста играть, быть на сцене, говорить об истории. И о живой истории. Вот у меня предложение. Интересно. Мы вам показали всем телезрителям, как в Воронеже мастер-класс проходил, фрагмент этого действия. А вот сейчас у вас в руках гитара, я так понимаю, что сейчас подготовлен нам такой подарок для огромного количества ваших почитателей здесь, в Самаре, в губернии. Вот как это, допустим, мастер-класс может выглядеть в телевизионном эфире? Что-нибудь подарите? Дело в том, что вот для всех тех, кто смотрит сейчас и понимает, что я... в руках держу джазовую гитару, джазовую именно. Вот. Здесь довольно толстые струны. Это прежде всего первая струна 0,13. Это очень важно. Да, для тех, кто знает, все понимают. Вот. И что касается возможностей технических, чисто плюс артикуляция, та, которая должна, а это важно, мы часто по артикуляции узнаем тех или иных музыкантов, и это индивидуально. Вот я попробую сыграть пьесу, в которой, ну, как бы есть и сольная игра, и октавная игра, и аккордовая игра, и штриховая игра. То есть все. Все как бы вместе. Вот это то, что я когда-то хотел сделать, чтобы это соединилось. Лучший подарок телезрителям. Ну, это, мне. Это моя пьеса. Кто знает, те знают. А если нет, то она просто называется «Елена и Маргарита». Вот такое. «Елена и Маргарита». Елена исполнение Алексея Кузнецова. Thank you.
Брависсимо. Брависсимо. Это пьеса, которая показывает разные приемы. Да. И лирику, и штриховую игру, и аккорды, и октаву, и одноголосно. Вот великолепно. Так получилось. Так великолепно. Получилось. Ну вот видите, вам огромное сегодня спасибо за подарки, за подаренную нам музыку, вот за джаз-аккорд, спасибо, который теперь у меня на полке появился. Спасибо. Вам я хочу пожелать, во-первых, в Самаре бывать почаще. Я понимаю, что сейчас такая жизнь, и не все от нас зависит. Вот. Но вас здесь любят. Спасибо. Вас здесь почитают. И не только я один. Я думаю, рейтинг этой передачи будет очень значительный. Надеюсь, что все-таки эти диски, вот, о которых вы сегодня сказали, что они уже готовы, до Самары каким-то образом дойдут. Да, я понимаю. Ну, до меня-то, наверное, точно дойдут, но до Самары, я надеюсь, так же. Конечно. Вот. И мне вот такое предложение вам маленькое, прям маленькое, два предложения, посвящение вашим коллегам-гитаристам самарским, потому что, я думаю, и детей вы учите, и детишек. Хорошо, чтобы побольше было тех, кто желает научиться играть на этом великолепном, великом инструменте. Вот два слова буквально. У нас совсем ну, пожелание, я хочу только одно сказать, чтобы... Если что-то появится, это скорее даже к родителям больше просьба. Если вы почувствуете, что ваш чадо что-то делает музыкальное, неважно, что, может быть, запоет, может быть, что-то отстукивает, может быть, скажет, папа, купи мне гитару. Вдруг бывает такой порыв, и надо пойти на это и взять его и привести. Вот это самое важное. Ну вот, но, к сожалению, надо заканчивать. Мы, главное, вот к этому людей подталкиваем. Огромное вам спасибо. Да. До встречи. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Это был народный артист России Алексей Кузнецов. До свидания. До свидания.